Я считаю, Египет прекрасная страна, отличные люди, хорошие пляжи, замечательное море. Ехать, конечно, можно и нужно. И даже устраивать экскурсии в Каир, в Александрию, и смотреть о том, как люди отстаивают свои гражданские права, это тоже важная часть культурной программы, которую современный Египет может предложить туристам из России. Потом они вернутся сюда и смогут полученные знания применить на практике. Так что все в Египет, товарищи!